Сегодня решила поэкспериментировать краш-тест на подгузниках. Для этого взяла заварку, разбавила водой в количестве 250 мл и два бренда подгузников. Первый — это у нас, думаю, не буду называть, думаю, все знают этот бренд, он на ощупь немножко жестковато идет. Второй бренд — это у нас самый любимый бренд, которым мы пользуемся с рождения нашего малыша, бренд Мини Вени, он на ощупь мягкий. Теперь раскрываем подгузники. И одновременно равноправно буду выливать жидкость на подгузники. Впитываемость подгузников жидкости 60 секунд. Времени проверяем подгузники на впитываемость. Как видите, в первом бренде у нас салфетки мокрые. Естественно, попка вашего малыша будет мокрой. Второй бренд давим также, но салфетки абсолютно сухие. Как видите, попка вашего малыша будет сухой. Как видите, мини-вени мягкие, тонкие и быстро впитывают жидкость. Мини-вени — наш выбор, наши любимые подгузники. А какими подгузниками пользуетесь вы?